Приветствую вас, дорогие друзья, на канале CryptoMoney. Канал, посвященный заработку в интернете и заработку на криптовалюте. Кто еще не подписался на мой канал, то, ребят, не забываем обязательно подписываться, нажимать на колокольчик и следить за моими новыми видеообзорами. Но сегодняшний видеообзор будет посвящен новому проекту, а именно Буксу, с помощью которого мы будем зарабатывать свою денежку. Давайте на него перейдем. Называется, ребят, он Kalym.org. Выглядит он вот так вот. Зарабатывать на нем довольно-таки просто. Также не забываем смотреть данное видео до конца, так как я дальше расскажу еще замечательную фишку данного этого проекта. Да. Перед тем, как начать зарабатывать, естественно, на нем надо будет, ребят, зарегистрироваться. Да. Для этого вы перейдете на сайт. Естественно, ссылочку на этот проект, ребят, я оставлю под видео. Единственный, смотрите, минус данного проекта, что здесь регистрация происходит только с помощью соцсети ВКонтакте. Да. То есть, если у вас нет соцсети ВКонтакте, вы, к сожалению, не сможете на этом проекте как бы зарабатывать, да. Для того, чтобы зарегистрироваться, вам всего лишь надо нажать вот эту кнопочку регистрация и вход, да, она одна для всех. То есть дальше выскочит такая табличка, что вы разрешаете прикрепиться к своей учетной записи ВКонтакте, после чего вы уже попадете в свой личный кабинет, да. Так вот он выглядит. Как же здесь зарабатывать, ребят, и за что нам платят? Здесь, ребят, платят нам всего лишь за просмотры сайтов, да, как и на любом буксе, да. Здесь идет просмотр сайта, смотрите, здесь указана цена, которую мы получим, да, здесь указано время, которое нам надо будет просмотреть сайт, да. Для того, чтобы просто заработать денежку, мы нажимаем, да, колымить, вот нажимаем, нас перекидывают на сайт рекламодателя. Здесь, как видите, внизу пошел таймер, 5 секунд, смотрите. Все, 5 секунд кончается, здесь надо будет разгадать легкую капчу, да, то есть найдите цифру 79, вот она эта цифра, мы на нее просто нажимаем и все, вот, оплачено, мы получаем наше вознаграждение. Мы закрываем этот сайт рекламодатель, видите, данное выполненное задание становится красненьким, как вы видите, здесь написано, что каждый час, да, как можно каждый час эти объявления просматривать и заново зарабатывать, да. Теперь смотрите, как же здесь попасть на вот эту вкладочку, да, Kalym. Для этого вам просто надо нажать вот сюда Kalym, да. Все, как вы видите, вот они. Как вы видите, у меня сейчас на балансе 0.055, да. Смотрите, давайте еще одну какую-нибудь коротенькую, также 5 секунд, чтобы ваше время не задерживать, просмотрим, да, чтобы вы поняли. Вот, смотрите, на счету 0.55, опять нажимаем Kalym, перекидывает на сайт, да, рекламодатель, опять внизу, вот, как видите, здесь таймер внизу, все, 5 секунд прошло, опять найдите цифру 66, да, вот она 66, находим, нажимаем, все, оплачено. Можем закрывать сайт рекламодателя. Давайте опять здесь сайтик обновимся, просто нажмем на Kalym опять. Как видите, было 0.5, да, стало 0.6. То есть, да, вот таким вот способом, ребят, на данном сайте можно зарабатывать, да. И здесь указан таймер, да, что некоторые объявления можно просматривать каждый час, некоторые раз 24, некоторые раз 12 часов, да. Ну и в общем здесь их очень-очень много, в принципе, да, вот как здесь опуститься. И в принципе, пока букс новый, он только развивается, да, то, ребята, в него надо на старте заходить и начинать зарабатывать, так как я думаю, дальше, в принципе, данный проект будет развиваться, и здесь появится все больше и больше, естественно, задание. Также здесь вот есть внизу здесь чат, вы можете открыть, как бы пообщаться с людьми. Здесь уже общаются 1310 человек сейчас, да, онлайн, точнее, не общаются, а онлайн уже в данном проекте 1300 человек, что достаточно, я считаю, неплохо для данного проекта. Как вы видите, если посмотреть статистику посещаемости по Яндексу, да, смотрите, то здесь идет целых 53 тысячи, да, вот 53-60, то есть уникальных посетителей в день, а всего здесь идет довольно-таки почти под 100 тысяч в день визитов идет, помимо уникальных. То есть проект, ребята, развивается, поэтому рекомендую добавить его в копилочку. Зарабатывать, как вы видите, в принципе, на нем довольно-таки легко, да. То есть просматриваем, вводим легкую капчу, все, мы заработали нашу денежку, да. Теперь что же касается, что я говорил, какая здесь есть фишка на данном проекте. Здесь, ребят, на данный момент на этом проекте есть замечательная такая фишка, как это реферальная программа, да, которую, смотрите, если здесь перейти, да, на сайт, на главную, смотрите, что они предлагают. На данный момент, пока программа развивается, да, точнее, проект этот букс развивается, они нам предлагают аж 100% реферальной программы. То есть нигде вы такого пока не встретите. Я первый раз вижу, что предлагали, да, целых 100%. То есть вы получаете такую же сумму, которую зарабатывает ваш привлеченный пользователь, да, вот он заработал 10
копеек, и вы тут же заработали 10 копеек. То есть, если тут нагнать, да, человек 100 хотя бы, то получается, если каждый один раз просмотрит одну рекламу, заработает по 10 копеек, то у вас выйдет доход, да, уже несколько рублей, да. Что довольно-таки, ребята, я не считаю неплохо, да. Минимальная сумма на данном проекте — это всего лишь 1 рубль для вывода. Это тоже, я считаю, очень небольшая сумма, которая легко набирается, да. Теперь смотрите, как же отсюда выводить, да. Для того, чтобы вывести, вам всего лишь вот тут в менюшке надо найти кнопочку «Вывести». Вот вы на нее приходите, да. Вывод здесь осуществляется от 1 до 30 минут, что тоже довольно-таки неплохо, да. То есть даже меньше суток. И способы вывода на данном проекте, смотрите, которые, какие здесь есть. Вот, тут написано, у вас не указан один кошелек. То есть я еще также еще не прикреплял, так, только этот проект нашел его, как бы посмотрел. Но выплаты, я знаю, что с данного проекта идут. Я читал на форуме, общался там с людьми, как бы. Проекты идут, так как проект уже существует, смотрите, онлайн, да, сколько дней он существует, сколько уже здесь пользователей есть, смотрите. Для того, чтобы здесь производились выпад, вам надо в настройках прикрепить свои кошелечки. То есть здесь вывод доступен либо на PR кошелек, вы можете указать его и сохранить, да, либо на Quick кошелек указать, также сохранить, либо на Яндекс деньги. То есть на данный момент здесь существует три способа вывода с этого проекта. И напоминаю, что минималка составляет всего лишь 1 рубль, да. Теперь, что же еще здесь есть такого интересного? Вот здесь реферальная программа, как я говорил, где написано «Коллеги», да? Вот она идет, ваша реферальная ссылочка, вы можете взять, где написано «Коллеги», да? Вот, и на данный момент, так как проект развивается, то составляет 100% заработка рефералов, да? И также написано, что если будет реферал неактивен, то в течение 60 дней, если он будет неактивен, то он от вас удаляется, да? Теперь, что еще здесь? Также вы здесь можете в разделе «Реклама» рекламируют свои проекты, да. То есть, если у вас есть, то есть можете, в принципе, это рекламировать здесь свои реферальные ссылки на других проектах, да, то есть привлекать туда себе людей, да. Для этого вы можете либо на данном сайте как бы заработать бесплатно, либо в разделе депозит, да, сделать депозит сюда, да, чтобы завести сюда деньги. Депозит здесь осуществляется от 100 рублей, да, то есть делаете депозит. И можете, в принципе, рекламировать здесь свои проекты. Также здесь, как видите, здесь идет инвестиционный проект, да, который составляет 3-4% от вашей, как я понял, суммы пополнения, да, в день. Что тоже довольно-таки неплохо. В общем, такой интересный функционал, что вот он написан, да, вам начисляется 3-4 от суммы депозита ежедневно в течение 1 года, да, вот сумма пополнения депозита от 100 до 20 тысяч рублей, да, то есть тут еще такой способ заработка с помощью, как бы, сюда внесения денег, да, то есть вы сюда занесли какую-то сумму, у вас будет от этой суммы еще дополнительно, как бы, капать процент, что также довольно-таки неплохо, да. В принципе, поэтому такому замечательному, как на мой взгляд, буксу, все инвестировать сюда либо не инвестировать, ребят, по проценту, это как бы решает каждый, да. Можно здесь абсолютно бесплатно на Колымах, да, зарабатывать самому, привлекать сюда людей и получать также дополнительный заработок. Кому, ребят, понравилось видео, не забываем ставить пальчик вверх, подписываться на канал. Ну, вы были, ребят, на канале Криптомания. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч в моих новых видеообзорах.